Здравствуйте! Как часто, когда мы сидим дома или на работе, нас посещают мысли? Эх, бросить бы все, рвануть куда-нибудь, найти бы для себя что-то новое, на один день попрощаться с интернетом. Но, увы, наши мимолетные планы зачастую остаются невыполненными. Но не сегодня. Сегодня мы едем в горнолыжный курорт Архыз, а именно в поселок Романтик. Мы узнаем, почему он так называется, что Романтик может предложить своим отдыхающим. Узнаем, за какой период ведущий освоит лыжи, я встану на них сегодня первый раз. И самое главное, во сколько все это нам обойдется. Ну что ж, наш день начинается, поехали! Всесезонный курорт Архыз расположен в 3 часах езды от международного аэропорта Минеральные Воды, в 150 километрах от железнодорожной станции Невиномысская, в 170 километрах от железнодорожной станции Кисловодск и в 120 километрах от столицы Карачаево-Черкесской Республики города Черкеска. Добраться от аэропорта или железнодорожной станции до горнолыжного курорта можно на такси или рейсовом автобусе с одной пересадкой в городе Черкеске. Сеть автобусных маршрутов из крупнейших городов и транспортных узлов северокавказских регионов постоянно расширяется. Для автовладельцев на территории горнолыжного курорта организована бесплатная стоянка на 1000 мест в туристической деревне Лунная Поляна и стоянка на 300 мест в туристической деревне Романтик. Ну что ж, 2 часа езды позади, новостройки, супермаркеты, многоэтажки плавно переменились на хвойные леса, снежные горы. Мы в Архызе, мы в поселке Романтик. Смотрите, выходной, людей много, все работает, все движется. День обещает быть, чувствую, классным. Ну что, самое время заселяться, поехали. Курортная зона поселков Романтик и Лунная Поляна развернута в межгорной котловине неподалеку от плато ГБУ у подножья хребта Абишир-Ахуба в долине реки Архыз. Общая площадь территории всесезонного курорта составляет около 20 тысяч гектаров. Общая протяженность горнолыжных трасс разной категории сложности составляет порядка 14 километров. Все трассы оборудованы необходимой технической и сервисной базой. В Архызе эксплуатируются кресельные и гондольные канатные дороги. Общая пропускная способность всех подъемников курорта составляет 6600 человек в час. Добраться до самой верхней станции курорта, расположенной на высоте 2240 метров, можно за 7 минут. Стоимость однодневного скипаса составляет 1400 рублей в будни и 1700 рублей в выходные и праздничные дни. На скипасы для детей в возрасте от 6 до 14 лет действует 50% скидка. Для детей младше 6 лет и детей 2005 года рождения действует 100% скидка при предоставлении оригинала или копии свидетельства о рождении. Также скипасы предоставляются бесплатно лицам старше 65 лет при предъявлении паспорта. Для приезжающих на несколько дней действуют льготные условия.
А ну что ж, друзья, я нахожусь в сервисном пункте, и учитывая, что я на лыжах никогда не катался, не хочу рисковать и хотел бы очень нанять инструктора. Давайте посмотрим, есть ли у меня такая возможность. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, может ли меня кто-нибудь научить кататься на лыжах? Я сегодня первый раз буду пробовать. У вас есть свободные инструкторы? Безусловно. Здорово, мне сегодня повезло. Это... Раз, да, я сегодня первый раз. Это они? Это наша доска почета, да. Так, а есть ли свободный? Да, сейчас, минутку. Прямо сейчас. Минутку. Хорошо, да, я хотел бы сейчас. Так, есть. Дима Гунько, подойди ко мне, пожалуйста. Сейчас минутка подойдет. Они все профессионалы, у них есть лицензия. Категория, здорово. Да. А на фотографии нет моего инструктора? Дима Гунько во втором ряду, второй. Здорово. Лицо вроде доброе. Но требовательное. О, Дмитрий, добрый день, меня зовут Азрет. Надеюсь, сегодня у вас получится сделать из меня хотя бы полулыжника. Обязательно. Дмитрий, ну, в горах тут солнце быстро садится, у нас времени мало. Какие наши дальнейшие действия? Ну, сейчас проходим прокат, выбираем оборудование. Дальше покупаем скейпас и выходим на склон. Все, здорово, я готов. Вперед! Ну вот вам оператор, который подберет оборудование, необходимое вам для машины. Спасибо, Дима. Здравствуйте. Добрый день, Усман, меня зовут Азрет. Очень приятно. Сегодня я подобрал для себя лыжи, это у меня впервые. Лыжи. Так, рост какой у вас? Рост у меня 1,72 м. 1,72 м? Да. Вес у меня 72 килограмма. 72 килограмма. Так, я Правильно понял, рост необходимо, вес и ботинки размер. Да. Оно, в целях вашей безопасности я устанавливаю на 15 килограмм меньше сзади и 10 спереди. В пунктах проката горнолыжного оборудования на курорте Архыз представлено более 3000 комплектов горнолыжного и сноубордического снаряжения, а также надувные санки и ледовые коньки. Для гостей курорта работает локерная камера хранения. Операторы прокатных пунктов подбирают снаряжение строго индивидуально для каждого клиента. Стоимость одного дня проката снаряжения в средний сезон составляет 1300 рублей для взрослых, 900 рублей для детей. На территории всесезонного курорта Архыз работает школа горнолыжных инструкторов. В программу обучения входят уроки катания на лыжах, сноуборде и ледовых коньках для детей и взрослых. Около 40 горнолыжных инструкторов, прошедших программы обучения европейского уровня, готовы помочь гостям курорта в короткие сроки встать на лыжи или сноуборд. Часовое индивидуальное занятие с инструктором обойдется в 1800 рублей в будние дни и в 2000 рублей в выходные и праздничные дни. Занятие с инструктором в группе до 6 человек обойдется в 1200 рублей на буднях и в 1400 рублей в выходные и праздничные дни. Минимальный возраст для начала обучения – 5 лет. Также на территории курорта и деревни Романтик действует ледовый каток. Стоимость одного сеанса катания в будние дни для взрослых составляет 200 рублей, для детей – 100 рублей. В выходные и праздничные дни тариф выше. Для взрослых – 300 рублей, для детей – 200 рублей.
готов, готов падать, готов экспериментировать. Показывайте, что мне нужно делать. Поехали! Первый мой час тренировок, я думаю, немного успешно закончен. Дмитрий, какую оценку ты мне можешь сегодня поставить? Я могу поставить оценку отлично. Вот все как. Замечательно. Тормозить научились, стоять на лыжах. Стоишь на лыжах замечательно. Можешь уже самостоятельно добраться до сервис-центра. Надеюсь. Дорогие друзья, в 28 лет я впервые встал на лыжи. Я уверен, среди вас тоже есть люди, которые думают, да мне, наверное, уже поздно, я не научусь, я другой, это у меня не какие-то особенные, ничего сложного нет. Я до этого лыжи не представлял даже примерно, каково это, какой это кайф. Сегодня я это ощутил. Буду ездить почаще и буду нарабатывать опыт. Спасибо, Дмитрий, еще раз. Удачи. Удачи и всех вам. На территории всесезонного курорта Архыз работают кафе, рестораны, столовые, кафетерии, ширмбары и закусочные на свежем воздухе. Всего в заведениях общественного питания около 1500 посадочных мест. Меню заведений включают блюда европейской, русской и кавказской кухни. Средняя цена комплексного обеда на одного человека составляет от 250 до 600 рублей. Полдник, включающий в себя блюда традиционной кухни, хычины и горный чай, обойдется в 250 рублей. Ну что ж, друзья, мы уже откатали, в горах уже освоились. И здесь не секрет, что в горах очень быстро можно проголодаться. Сейчас я взял свое все любимое, это сладкое мясо, также и картошку по-деревенски. А здесь для любителей мяса и сладкого огромный ассортимент. Это есть и рыба, и курица, и говядина. В общем, все здорово, все мне нравится, все доступно и все рядом. Приятного аппетита мне и вам, когда вы сюда приедете. На территории горнолыжного курорта Архыз работает система искусственного оснежения склонов. Необходимый снежный покров для катания обеспечивают специальные снежные пушки и ружья. Для комфортного и безопасного катания каждые несколько часов на склонах ведется подготовка трасс с помощью ротраков.
Система искусственного освещения склонов позволяет горнолыжникам и сноубордистам кататься не только в дневное, но и в вечернее и ночное время. Для ночного катания скипасы приобретаются отдельно. Здравствуйте. Добрый день. Я бы хотел у вас поселиться. Есть ли у вас стандартные номера? Не один. Четыре стандартных номеров у нас наличные, потому что все забронировано. Я могу вам предложить двухкомнатный люкс с хорошим видом во двор. Я надеюсь, вам понравится. Если с хорошим видом во двор, то можно. Да. Стоимость проживания входит завтрак, ужин, охраняемая автопарковка и лыжи-хранилище. Здорово. Все, что мне нужно. Хорошо. Будем оформляться? Да, конечно. А номер ваш на пятом этаже 1508. 1508? Да. 1 это романтик 1. 508 значит на пятом этаже 508. Все понятно. И я должен где-то взять ключ? Да, ключ берете у меня. Ну и проходите. Так, все, спасибо. Приятного размещения. Спасибо. Для гостей на территории всесезонного курорта Архыз открыты три гостиничных комплекса. Доступные места для размещения также есть на близлежащих туристических базах, домах отдыха и в частном секторе поселка Архыз, расположенного в 15 километрах от курортных деревень Романтик и Лунная Поляна. На сегодняшний день на территории курорта ведется строительство многофункционального развлекательного центра и новых гостиниц. К 2020 году общее количество гостиничных комплексов курорта достигнет 20. Сегодня договориться о проживании в гостиничных комплексах можно, воспользовавшись услугами бронирования. Гостям могут быть предложены на выбор одноместные и двухместные стандартные номера, а также номера люкс, рассчитанные на семейное проживание. Номера рассчитаны на предоставление дополнительного оплачиваемого места для взрослого или ребенка. Стоимость суточного проживания в номере составляет от 2000 до 9000 рублей. В стоимость проживания включается завтрак и ужин. Ну что ж, стандартных номеров у них нет, есть только люкс. Давайте проверим, что этот люкс из себя представляет. Ну, хочу сразу сказать. Первое – это приятный запах. Интерьер мне очень нравится. Так, ну вот у нас как бы прихожая, кресло, диван, столик, выход на балкон. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, можно выйти на балкон. И какой прекрасный вид открывается у нас наружу. Оцените, друзья. Ну что ж, вид из балкона просто шикарный. Горы, леса, пятый этаж, свежий воздух. Здесь можно стоять, пить чай, просто бесконечно, я думаю. Особенно вот тот вид.
ну что ж, друзья, вид шикарный. Я думаю, если я был бы Пушкиным, я бы сейчас написал очень много стихов. Можно подумать о жизни, просто попить чай. В общем, наслаждаться этой неописуемой красотой. Подошел к завершению наш выходной день. Я ни в коем случае не пожалел, что приехал сюда. Насладился прекрасными видами курорта. Впервые встал на лыжи и научился кататься на лыжах. Здесь есть отдых на любой вкус. Кто-то любит просто погулять, походить, пожалуйста. Кто-то любит сноуборд, кто-то лыжи, кто-то на снежном мотоцикле. То есть здесь есть отдых для всех категорий и возрастов. Поэтому приезжайте на курорт Архыз. Ну а я, пожалуй, останусь здесь еще на одну ночь.